Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Добро пожаловать в библиотеку села Рашков. Александр Сергеевич Пушкин – один из ярчайших поэтов Золотого века, который оставил неизгладимый след в мировой литературе. Мир пушкинской поэзии необычайно широк, и потому включает в себя все – взлеты и падения, успех и разочарование, радость и печаль, любовь и дружбу, предательство и измены. Поэт изливает свои чувства и переживания в стихах, он живет в них. Каждое его стихотворение можно сравнить с драгоценным камнем, с янтарем, внутри которого находится жучок. Так и в пушкинских стихах. В каждом из них есть сердцевина, ядро, в котором заложена основная мысль. В своих стихотворениях поэт обращался к разным темам, но тема любви и дружбы проходит практически везде. Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней. Многие стихотворения Пушкина посвящены природе. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. В своем творчестве поэт обращался к разным темам. Его волновали проблемы свободы и назначения поэта. Чужбине свято наблюдаю, родной обычай стороны, на волю птичку выпускаю, при светом празднике весны. Я стал достоин утешению, за что на Бога мне роптать, когда хоть одному творению я мог свободу даровать. О нет, мне жизнь не надоела, я жить люблю, я жить хочу. Душа в него все охладила, утратим молодость свою. Еще хранятся наслаждения для любопытства моего, для милых снов воображения, для чувств его. Всю лирику Пушкина можно представить как бесконечный роман в стихах, главным предметом которого оказывается внутренний мир лирического героя с его чувствами, переживаниями и стремлениями, будь то поры страсти, предчувствие любви или разочарование в идеале. Всегда так будет, как бывало. Таков издревле белый свет. Ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Спасибо за внимание и до новых встреч!